Строго соблюдать все санитарные требования. Прежде всего, это маски. Маски должны быть правильные, не только надел на уши, они должны закрывать, вот как у Завгороднего, как у прокурора. Мы не можем там датчики ставить, у кого антитела, у кого нет. Мыть и обрабатывать руки антисептиками. Вот, это очень важно. Следующее – это соблюдение социальной дистанции. Мы пока сегодня, никогда не говори никогда, вот Москва планирует вводить тотальные ограничения, мы видим пока ситуацию под контролем, у нас таких планов нет. Но если мы не будем соблюдать, конечно, других решений быть не может. Однозначно, есть разные там, в социальных сетях обращения, мы, Татарстан, пока не планирует никаких, и нет у нас на это веских причин. Да, ситуация напряженная, количество коечных мест есть, лекарства есть, значит, строго на этой неделе мы проработали и с государственными, и с частными аптеками. Будем внимательно работать в части привлечения вот сберовской системы доставки. Значит, отрабатываем электронные рецепты, отрабатываем доставку лекарств. Самое главное – вовремя отреагировать. Если есть какие-то проблемы, ты не обязательно должен находиться в госпитале. Есть уже отработанные регламенты, есть перечень лекарств. Поэтому в этой части система здравоохранения справляется.